Уважаемые организаторы, уважаемые жюри и участники международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Меня зовут Эва Равушевич. Я живу в столице Литвы, в городе Вильнюсе. Впервые я принимаю участие в этом конкурсе, и я счастлива, что мне предоставилась такая возможность. Я принимала участие во многих конкурсах, но этот конкурс мне запомнится тем, что он очень профессионально организован. В конкурсе два тура, высококомпетентные жюри, а также мастер-классы. Поэтому само участие я воспринимаю как удачу, как возможность научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и получить опыт. Я была приятно удивлена той теплотой организаторов и членами жюри, которые проводили профессиональные мастер-классы, помогали конкурсантам. Как и в каждом конкурсе, кто-то получит гран-при, кто-то не станет лауреатом. Но все мы, участники конкурса, получаем бесценный опыт, который, несомненно, нам пригодится в будущем. Очень жаль, что в связи с пандемией мне не получилось приехать на гала-концерт. Но даже на таком большом расстоянии я чувствую тепло и ту атмосферу торжества, которым наполнен этот праздник песни. Пользуясь случаем, позвольте выразить свою благодарность моему педагогу, который, не жалея сил и времени, работает над тем, чтобы я могла достойно показать свои вокальные возможности в конкурсах. Всем организаторам, членам жюри, конкурсантам и уважаемой Ольге Сосновской, создателю-покровителю этого прекрасного конкурса, желаю удачи, творческого вдохновения и новых побед. До скорых встреч!